так, точно так же начинаю постепенно утопать. Вот здесь вот видна рыба, которая не вестится. Не хочу... Ну, вообще, я в защитной одежде, конечно. Но не уверен, что... Если так все поле охватить... то довольно большое количество рыб пришло на нерест, хотя и размеры у них крайне невелики. Так, ноги я уже намочил. Хорошо намочил, скажем так. Мама карасик и самцы карасики. Рыба почти вылазит на берег. От меня где-то 1,20 м. Утки крякают, полетели. Как обычно, самое интересное проходит в стороне. Сазан, который нерестился здесь, ушел вправо, и там сейчас придется поднимать резиновые сапоги. Рыба ведет себя очень спокойно. Меня, видимо, в защитном костюме практически не замечает. Можно попробовать из квадрокоптера здесь снять. Но, возможно, придется просидеть с утра вот до обеда. Вторая нога пошла под воду. В принципе, думаю, что количество нерестящихся